Всем привет! Сейчас я вам покажу одно маленькое упражнение, при помощи которого вы сможете проверить, насколько работоспособны ваши мышцы живота и мышцы спины. Исходное положение. Мы лежим спокойно, расслабленно на полу. Руки складываем на груди и поднимаемся под прямым углом вверх, не помогая себе ногами. И это упражнение показывает действительно, насколько наша спина на данный момент времени находится в рабочем состоянии. Итак, давайте это упражнение делать. Все, я лежу. А теперь начинаем подниматься. Если вы поднялись, легко, не помогая себе ни ногами, ни каким-либо тяжелым весом, уложенным на ноги, значит, у вас со спиной все хорошо. Если нет, нужно работать и над спиной, и над мышцами пресса. Еще раз. Получилось? Отлично. Нет? Тренируемся. Развиваемся и укрепляем свой организм. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, адекватный комментарий, повторить все, что мы вам показываем, чтобы потом делиться опытом с другими. Всем удачи, пока!